Система Smart Badge – это инновационное решение, разработанное Государственной таможенной службой на основе передовых технологий. Ее главная задача – оптимизировать и модернизировать таможенные процессы. Она объединяет различные подсистемы и обеспечивает взаимодействие между участниками таможенных операций, ускоряя процессы и повышая эффективность. Она является современным информационным решением на базе веб-технологий, которая включает в себе автоматизацию, цифровизацию всех процессов, которые осуществляются таможенной службой. То есть это начиная с въезда товаров и транспортных средств на пункт пропуска, то есть с момента регистрации, также проведение таможенного контроля, использование технических средств таможенного контроля, а также введение функции по выдаче разрешений. Все это включает разрабатываемая система Smart Badge. Система Smart Badge признана одной из лучших в категории «Лучшая таможенная программная система, поставщик технологических решений года» по итогам конкурса Digital Trade Awards в Великобритании. Конкурс был посвящен обсуждению практических аспектов реализации проектов цифровизации, результатов последних пилотных инициатив и текущих внедрений. Этот конкурс был проведен в Великобритании, Международной торговой палатой Великобритании, и наша разработка, наша идея как пилотный проект занял признан одной из четырех лучших проектов. Это очень хороший результат, признание именно в конкурсе, где участвовали со многих стран мира, и это нас очень радует. Это знаковое достижение Кыргызстана подчеркивает его прогрессивные шаги в области цифровой трансформации. Наша республика стремится не только к укреплению своей позиции в мировой экономике, но и к занятию высоких позиций в развитии цифровых инноваций и торговли. Национальная платформа Smart Badge – это разрабатываемая на сегодняшний день информационная система таможенных органов, которая охватывает очень многие процессы, которые касаются не только таможенной службы, а процессы, проводимые госконтролирующими органами на границе и другие взаимоотношения между таможней и бизнесом. Это очень глобальная программа. В завершении эта программа охватит все бизнес-процессы, проводимые в рамках международной торговли, таможенной службой и другими госконтролирующими органами, которые участвуют в этих процессах. ICC – Center for Digital Trade and Innovation – это организация, которая занимается содействием развития цифровых технологий в области международной торговли. Центр ориентирован на поддержку и стимулирование цифровых инноваций, партнерство между частным и государственными секторами, а также на создание и продвижение мировых стандартов цифровой торговли. Ахтилек Жанчиев, Эльдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.